Know you love when I get braggadocious. Mad I'm rapping, listen to it. Всем привет, друзья! Утро доброе, блин! Сегодня у нас на распаковке Potato Vans от дизайнера Imran. Вышла эта пара в 2022 году. Вроде релиз был 18 мая по западному времени. На дропе они стоили $180. Но я успел урвать их. Ну как успел? Пару месяцев назад заказал их на Грелите за $250. Хорошая такая сладенькая цена. Вот, там сок. С доставкой они не обошлись 270. И шли где-то 2-2,5 недели. Давайте посмотрим на них. Язычок прям такой массивный, плотненький. В комплекте у нас идет 4 пары шнурков. Белые, фиолетовые, такие бирюзовые и желтые. Также есть фирменная Vans наклейка. Можете куда-нибудь приклеить ее. Вот. На стельке у нас ножичка. Могу сказать про Vans то, что кроссовочки прям идеально на ноге сидят. Если у вас 42, 40, любой размер, то они не маломерят, не большемерят. Прям то, что нужно. За это я Vans прям люблю. Не прогадать с размером. Не то, что там с каким-нибудь Adidas, или с чем-нибудь другим, где куча размеров всяких разных. Да что ты, черт побери, такое несешь? Также у нас на подошве еще одна ножичка чья-то. Кто-то наступил сюда. Зачем его только из больницы выпустили? Западная классика к нам возвращается. Я думаю, то, что на ноге они будут сидеть очень хорошо. Я их еще даже не мерил. Кстати, вы можете их приобрести в размере 43 у нас в телеграм-канале. Так, это вырезаем. А, кстати, забыл то, что на подошве у нас еще есть QR-код, который можно сканировать, и он проведет нас на сайт Vans. Вот. Давайте пройдемся по коробочке. Здесь мы чем можем написать свои инициалы, какое-нибудь письмо девочке можно оформить. Да, очень романтик. Но я много делал. Какие-то размеры, циферки. На этом все. Переходите в наш телеграм-канал. Очень много у нас пришло обуви, одежды. Можете выбрать для себя. Также работаем по предзаказу. Пишите нам. Будем ждать вашего сообщения. Came to terms with myself. No mask needed, just a Scorpio, a horoscope. No, I don't believe it. I'm a dick, charismatic, incompatible. Highs and lows, it's just me, and that's just how it goes.